Уважаемые янаульцы, дорогие земляки, пролетел на одном дыхании 2019 год. И сегодня мы подводим достойные итоги старого года и празднуем приближение нового. Уходящий год дарил нам радости встреч и открытий. Были маленькие и большие победы, достижения и радости. В результате активного участия в различных проектах похорошели наш город и район. Обустраивались общественные пространства. Протянулись километры отремонтированных дорог, объекты инженерной инфраструктуры. Велась целенаправленная работа по благоустройству подъездов и дворов. Открылись новые социальные объекты и проводились новоселья в красивых и крепких домах. Многое было сделано для развития районной системы образования, культуры и здравоохранения, массового спорта и оздоровления подрастающего поколения. А самое главное, если в глазах каждого из нас будет светиться счастливый огонек, значит, все эти работы были не зря. Дорогие земляки, я благодарю всех вас за понимание и доверие, активное участие в жизни района. Признателен всем тем, кто добросовестным трудом создавал доброе имя нашего района, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в его развитие, в ее историческую летопись. Ведь общие мечты, единство и сплоченность, взаимоуважение и взаимопомощь позволяют добиваться достойных побед. Впереди 2020 год, полный забот и хлопот, памятных событий. Исполняется 75 лет Великой Победе. Свое 90-летие отметит наш любимый Янаульский район. Предстоит большой объем работ, в том числе и участие во Всемирной фольклориаде. И я уверен, что все пройдет на должном уровне, потому что мы вместе. Мы сможем. Друзья, никогда не теряйте веру в себя и желание творить, чтобы в будущем побольше рождались дети, внуки, чтобы росли они под мирным российским небом. Счастье, здоровье, благополучие. Табыннарыбыз мул, күңілләрибіз көтәрінке болсын. Яңа ел белән, дуслар!